Сегодня в Государственной польской гимназии имени Юзефа Пилсудского проходят последние репетиции. Идет подготовка к праздничному концерту, посвященному 98-й годовщине провозглашения независимости Польши и Латвии. Это событие, и мы всегда очень готовимся тщательно и продумываем все до мелочей. В этот раз приезжают наши коллективы из всей Латвии, из всех отделений Союза поляков, поэтому концерт будет разнообразным. Я считаю, что патриотизм – это хорошее качество. Я считаю, что не стыдно быть патриотом. Я своих детей учу этому. Юные танцоры под счет оттачивают каждое танцевальное движение. Вокалисты повторяют текст. Не отстает и старшее поколение – участники хора «Промень». Участие в праздничном концерте, который состоится 6 ноября в 15 часов во Дворце культуры, также примут и коллективы, представляющие все отделения Союза поляков Латвии. Всех ждем в 3 часа в воскресенье во Дворце культуры. Приходите, мы будем петь и танцевать для вас.